Каждое произведение Рахиль Блумштейн ожидалось и воспринималось как важное событие в культурной жизни еврейского народа. Ее стихи отличаются красочным языком и проникнуты любовью к простому человеку. Именно поэтому большая часть ее произведений были положены на музыку и стали национальными песнями Израиля. Ознакомиться с творчеством еврейской поэтессы теперь может и азербайджаноязычный читатель. В Баку состоялась презентация сборника стихов Рахиль Блумштейн, переведенного на азербайджанский язык Вагифом Расулоглу. Сборник включены 25 стихотворений. Я перевел за очень короткий срок и отправил в издательство, в результате чего сборник вышел в свет. Я с 2018 года работал над книгой «100 поэтов Израиля», в которую тоже были включены стихи Рахиль Блумштейн. Мероприятие было организовано посольством Израиля в Азербайджане. На вечере, посвященном презентации книги, приняли участие представители еврейской общины в Азербайджане и общественности. Были прочтены стихотворения Рахиль как на иврите, так и на азербайджанском языке. Сегодня подобные культурные связи все больше укрепляют дружеские отношения между нашими народами. Я думаю, что эта дружба будет продолжаться еще долгие годы. Напомним, что Рахиль Блумштейн родилась в Саратове и в юности писала стихи на русском языке. В 1909 году эмигрировала в Палестину. Поэтесса также является автором переводов стихов с русского, французского и идиша на иврит. Шамистан Мамедов, Алисур Хайоглу, CBC.